ребятишки, с вами я, с вами Эдисон, но мы снимаем Майнкрафт. Угу. Вот. Все, все. Майнкрафт. Это продолжение, говорите вы, когда выйдет продолжение. Да почти построил свой дом, видите, сейчас. Тут какая-то херня появилась. Угу. Она же только одиночную игру, а вот. Запустить. Короче, я сейчас суть игры расскажу. Uh-huh. Суть игры — идти, там собирать дерево. И, короче, не важно, короче, сами увидите. Uh-huh. Чуть больше только. Хорошо. Загружается пока, да? Загружается, видите. Так, нубы в Майнкрафте, они только земляной дом строят. А я деревянный. Ой, уже начал играть. Я что-то... У меня... Вот такой домик я построил до этого. Угу. Мех. Видите, как я достроил? Красивое, да? Да, очень красиво. Ну, да, все. Сейчас мне надо построить дом. Полы так, красивые, да? Ну, не надо устраивать так. Ну, просто так можно сделать. Просто кровать поставить и все. Не надо же какие-то... Вот, у меня железные двери, чтобы зомби не... Ой. Еще кнопка есть, да? Да, кнопка. Ну, где-то здесь тоже будет кнопка. Тут просто. Кнопка, чтобы кто-то звонил мне. Вот так. Раз, открылась, да, дверь? Угу. А как ты узнал, что так можно делать? Сам не знаю. Просто на левую клавишу нажмешь... Ты сам выйти теперь не можешь, что ли? Блядь, зачем? А, нет, открылась вон. Ай, блядь. И вышел. Вот тут тоже, чтобы открыть снаружи дверь. Помните, тот... А ты сможешь зайти теперь домой? Ну да, можно же кнопку нажать. А у тебя сейчас креатив или просто? Креатив. Выключить? Нет. Не, лучше. Тут у меня плита есть, которая открывает дверь. Нифига ты придумал. Правда, там зомби захотели. Вот, паркур. Я паркурщик, я знаю. Тут меня кактус не убивает. Ничего тебе, сколько. Вот такое дверь. Двери вот такие. Этот дом давно был. Тут даже, тут пусто. Это, короче, складовка моя. А зачем тебе столько коней? Ты их кушать будешь, что ли? Убивать, да. Убивать, кушать. Пельмени будешь с них делать? Пельмени. Пельмени, да? Если вы тоже снимаете видео, пельмешки ешьте. Ютуберы ест только пельмешки. Вот это моя любимая комната, правда, угу. Тут потолок капает. А почему капает? Не знаю, сам капает. Следующая комната. Вот такая у меня комната, ну, с кладовкой. Ничего, красиво ты сделал. Еще лестницу сделал, да? А вот тут уже третий этаж. Тут у меня уже... Ванна. Тут проломился я только. Ничего себе. А ты как лестницу сам взял? Сам лестницу из блоков обычных. Молодец. Вот тут у меня тубзик. Угу. Руки мыть. Умывальник. Тут ванна сломанная, которая ведет нас куда-то. Угу. Тут, короче, разломанный дом. Понял? Угу, вода льется, да, вот это? Из дома. Я правда там... Ужасный дом. Водопад, да, сделал? Водопад. Аквапарк, так сказать. Там еще я для себя обычную ловушку сделал. Я его не мог найти, теперь мог найти. Смог. А где-то она вот здесь была, я уже не помню. Это же давно стоял строил. А я узнал, где она. Вот здесь она. Вспомнил, была. Да? Вот они, зомби. Он подобрал блок? What? Мочи его. Я хочу блок получить. Его. Тут я взорвался. И если на плиту нажать... Yes. Блок выпал из него, видите? Uh-huh. Два блока. Теперь я могу построить что-то. Но мне не надо ничего строить. Вот где... Пробел нажимайте. Или мы летаем по всему миру. Вот так сказать... Бог, например, вот тут так же
Вы же просили так сделать, вот и сделал так. Угу. Вот крутой у меня домик. Бук такой есть, можно сарай построить. Угу. Сарай вот такой можно обустроить. Сейчас есть время, чтобы снять видео? Есть Нет, время? Еще минута осталась. Минута и все. Угу. Сейчас я вот тут дострою сарай. Или еще там что? Ролики должны быть не слишком длинные, чтобы не уставали зрители. Ну, давайте заканчивать. Сейчас уже закончится. Ну все, попрощаться можно. Ну давай. Короче, всем пока!